Люди спрашивают, если я иду путем ускорения, это меньше приносит мне вред, чем от мои материальные вещи? Делай что угодно, это не важно. Мы в Ахишена пытаемся не думать о том, получаю я ущерб или нет. Я думаю о том, насколько я в состоянии отдавать. И есть какая-то производная, которая нас может ускорить? Да, да, да. Ахишена намного удобнее и лучше. Стоит. Хотя это уже не называется Ахишена. Понимаешь? Ты спрашиваешь. Я не понимаю, что, когда вы мне так отвечаете. Я понимаю. Ты спрашиваешь, в каком банке я могу больше заработать? В эгоистическом или в альтруистическом? В альтруистическом ты с каждого вложенного шекеля в год получаешь 100 миллиардов шекелей. Но когда ты приходишь через год и хочешь получить эти 100 миллиардов, тебе говорят, это банк альтруистический. Все вклады уходят на здания для бедных, на всякие кружки для детей, на всякие жилища для нуждающихся. Да, но я вложил свой шекель. Ну да. Но ты вложил в альтруистический банк. Что ты скажешь? Верно, что у тебя есть миллиард долларов, который банк дал. 620 раз больше. Но он тебе дал альтруистическую прибыль. То, что ты через год не рад, что твой шекель превратился в 100 миллиардов и ушел всему человечеству, это твоя проблема, что ты не рад? Если бы ты радовался как своим детям, представь себе, насколько ты был бы рад, что ты своим детям дал 100 миллиардов долларов.